Знаете, я, когда начал выезжать за границу, в том числе в Соединенные Штаты, был несколько моложе, меня больше интересовал этот вопрос, может быть, чем сейчас. И для меня был вообще, когда у нас только тогда начались в конце 80-х годов конкурсы красоты, меня все-таки как-то поражала бессмысленность этого мероприятия. Но когда я приехал в Соединенные Штаты, я понял, насколько для них это важно. Потому что в Соединенных Штатах без конкурсов красоты набрать 2-3 десятка звезд по всей стране для съемок в Голливуде было бы невозможно. Потому что, как бы так помягче сказать, не обижая американских женщин, не так много, мягко говоря, встречается красивых женщин там, чем, например, у нас. А вот у нас всегда для меня было загадкой, потому что войди в любую подмосковную электричку и найдешь полный состав конкурса красоты любого уровня.